Наталья Пешала и Фабиан Бурза. Они настолько же очаровательные и остроумные, и немножко бесшабашные, как и ужасные китайские режиссеры в своих попытках показать то, что происходит на льду. Просто до смешного. Ой, про этих людей я говорил, что они в этом сезоне не так экспериментальны, как в прошлом. Ну, пожалуй, что к показательным выступлениям это не относится. Очень искренне и, по-моему, задорно все это происходило. Ну что ж, в конце концов, как победители, они просто обязаны показать что-то еще, и из-за того, что они выходили изначально в этих костюмах, придется им в этих же костюмах показывать и что-то еще. Я надеюсь, что это будет не сцена из Чарли Чаплина. И, по-моему, судя по надписи, они хотели показать, судя по титру, они хотели показать свою прошлогоднюю произвольную программу «Цирк». Наталья Пешала и Фабиан Бурза, также ученики Александра Жулина. Но Александра нет на этих соревнованиях. С ними выходил Олег Волков. А Александр работает в Москве, не покладая рук. И, как вы понимаете, не только на телевизионных проектах, но и со своими прекрасными российскими спортсменами. Елена Ильиных и Никита Коцолаповым. Да, говорят, что к российскому этапу серии Гран-при у Лены и у Никиты будет практически новая произвольная программа.